Передвижные станции переливания крови за последнее время обрели большую популярность. Это и удобнее, и интереснее, признаются доноры. Ведь станция на колесах оборудована всей необходимой аппаратурой. На этот раз мобильная станция прибыла в деревню Универсиады. Тут же создалась очередь, ведь, как оказалось, желающих сдать кровь немало. Так, например, Диляра, первокурсница КФУ, и она впервые решила сдать кровь. Первый раз, когда я сдаю кровь, и вот мне немножко страшно. Как бы пафосно звучало, это хороший вклад в общество, и мне приятно осознавать, что я могу кому-то помочь. Для того, чтобы стать донором крови, необходимо быть не только здоровым, но и отказаться от жирной и острой пищи за день до процедуры. Помимо этих условий, есть еще некоторые нюансы. Приходите с паспортом, проходите сначала терапевта, обязательно осмотр, давление замеряется, пульс. Значит, вес, рост замеряется. Если вес ваш меньше 50, мы уже не берем. Вы не можете быть донором, потому как это, вес должен быть 50 килограмм и более. Значит, возраст от 18 лет и более. Чтобы спасти жизнь нуждающимся в крови, Диляра и ее сверстники заполнили необходимые анкеты, измерили давление, сдали анализы крови. Главное не забыть перед процедурой выпить чай с сахаром, чтобы спокойно перенести процесс переливания. Студенты, которые сдают кровь уже не первый год, подбадривают сверстников, делятся опытом с новичками и уверяют, что это совсем не страшно. Ну, отлично. Может быть, потому что я спортом занимаюсь, но у меня нет с этим проблем. То есть голова не кружится, состояние хорошее. Там как бы дают чай попить, если что. Ребята, сдавайте кровь, не бойтесь. Это очень классно, не страшно. Стать донором крови можешь и ты в любой ближайшей станции переливания крови. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс.